Еще раз полюбуемся прекрасным зданием грязь-лечебницы имени Семашко. Первоначально, в 1915 году, грязь-лечебнице было присвоено имя царевича Алексея. Народе называли Алексеевская грязь-лечебница. Архитектор этого сооружения – Шреттер. И за основу, прототипом вот этого сооружения, он взял термы Каракалы древнеримского императора. Главный вход украшен массивными ионическими колоннами с портиком. И по бокам две статуи, скульптуры богов римских. Эскулап, бог врачевания, и Церера, Цифера, богиня чистоты и красоты. Скульптуры львов, знаки императорской власти, и большое углубление перед самим входом лишь подчеркивает массивность, монументальность этого здания. Действительно, если бы мы так представили здесь ровную поверхность, то не было бы такого, вот такой мощи. Вообще здание двухэтажное. В плане квадрат с большой комнатой отдыха. Комната отдыха освещается над купольным фонарем, прозрачной крышей. Мебель вся сохранилась с 1915 года. Она тоже была изготовлена по проекту архитектора Шреттера. Деревянная мебель. Очень много мрамора. А здание построено из доломитовых пород Кавказских гор. Классика. Точнее, это модерн, обращение к классицизму. И сундуки, грязь, лечебница царского времени, 19 века. Прекрасная архитектура, колоннада, арки, скульптура. И наверху вот этот световой фонарь, который освещает, тоже с портиком. Такие вот арки, проемы и очень красивая мебель выставлена, сохранилась царского времени. Здесь высший свет отдыхал, царское окружение. Мы получали процедуры, отдыхали после них. Вот эти скульптуры прекрасные, которые мы встречаем в годы лечебницах. Очень красиво, очень эстетично. Грязь-лечебница царского времени, 1915 год. Вот львы у входа, это атрибут царской власти, императорской власти. Вот античные статуи, это все стиль модерн, обращение к классицизму. Вот фонтаны, но в зимнее время не действуют. Вы представляете, как это летом прекрасно здесь? Классический стиль. Симметрично все. Портик с колоннами. И внутри очень все помпезно,
комнаты отдыха, кабинеты.